Здравствуйте! В студии журналисты медиапортала «Столица Нижней» Сергей Костенко и Светлана Кибалина. И вы смотрите программу «Со всех сторон» в студии, которая приходит только разносторонние личности. У нас сегодня в студии не просто разносторонние, а наша любимая личность – да. Стилист, дизайнер, член Союза дизайнеров России, наша большая подруга, модная, красивая, ну, по-моему, Кирикова. А почему? А потому что сейчас начинается новый модный сезон. В лучших торговых центрах города идут модные показы. И Людмила Павловна как раз организатор этих показов. И главный стилист. И сегодня мы узнаем, во-первых, что сейчас носят, и, во-вторых, где же все это можно увидеть. Здравствуйте, Людмила Павловна. Здравствуйте, Людмила Павловна. Спасибо. Ну, вы знаете, я просто превратилась уже, по-моему, одно красное пятно. Давайте, прежде чем мы приступим к разговору о моде, посмотрим, как эти показы проходят и что они из себя представляют. В начале нового сезона, как обычно, в лучших торговых центрах города прошли модные дефиле. Организаторы показов – член Союза дизайнеров России Людмила Кирикова и директор театра моды Наталья Кирикова-Буйная. Приятным моментом показов является то, что после них гости могут сразу же обновить свой гардероб с учетом актуальных тенденций моды. Людмила Павловна, повод сегодня собраться – это модные показы в «Этажах», «Республике», «Седьмом небе», «Фантастике». Вы везде в качестве стилиста отбираете коллекции, которые демонстрируются, готовые образы. Вы скажите мне одно. В Нижнем Новгороде есть мода? Или вы из последних сил ее сами делаете? Изобретаете. Конечно, есть. Конечно, предложения самые разные, и демократичные, и где-то это и гламурный шик, и где-то это джинсовая одежда молодежная, и где-то это ретро, и где-то это асимметрия. Ну, в общем, фонтан всяких. То есть мы, живя в Нижнем Новгороде, можем одеться, чтобы лицом-то в одно место-то... Человек открыл модный журнал, увидел какой-нибудь красивый лук. Предположим, открыл, и он может пойти в Нижегородский торговый центр и подобрать модное. Да, но и... прихватив кошелек обязательно. И стилиста. И стилиста желательно. Почему? Потому что, конечно, предложения самые разные. Я имею в виду по стоимости. Это есть и дорогие бренды, это есть средние, и есть для молодежи демократичные. Людмила Павловна, Наташа Кирикова-Буйная, вот сейчас тоже мы ее увидим, все время говорила, что раньше мы с мамой идем на показы и работаем, а потом все, что заработаем, все оставляем в республике, в «Этажах», в «Седьмом небе» и в «Фантазии». В этом сезоне много ли мама и дочка Кирикова оставят денег из гонораров? Есть что прикупить? Мы уже задолго до показа просмотрели. Уже сделали покупки. Так что на этот счет у нас мы сюжеты свои мы проследуем, как обычно. Да-да-да. То есть при отборе вы уже все купили. Да, конечно. Переходим к конкретике. Мы любим. Да. Что сейчас носит? Знаете, как в фильме «Служебный роман»? Что сейчас носит? Только не спрашивайте, а зачем это вам? Зачем? Ну, нам оденем. Носит все. Как бы от гламурной роскоши. Сергей особенно к лицу гламурная роскошь. Вот он в сереньком у нас. Ага. До джинсовых каких-то повседневных нарядов. Это и кожаные какие-то в стиле рока. И носят все. И асимметрию, и какие-то... Ну, я бы сказала, что предпочтение дается все-таки какой-то женственности, функциональности, вот этой многослойности, которую наша жизнь диктует, что когда мы приходим на работу, а вечером мы идем в театр, естественно, сами понимаете. Значит, до дома ты не доедешь по пробкам. Да. Из того, что есть, надо. Да, мы одеваемся как бы с учетом того, что я оденусь как капуста, да, время проходит, я постепенно буду облачаться и пойду в театр. А я думал, многослойность, это имеется в виду, что пришел с мороза и, значит, 5 слоев снял. Я как майская роза, да, это просто с мороза. А потом, выходя на улицу, и опять эти 5 слоев надел. Это ты, Сергей, в твоем смысле? В моем смысле, многослойность. В нашем Павловна, оденься пиджачок, вечером сними в платьице. Я должна сказать, что это даже в ассортименте используется. Дело в том, что сейчас в моде юбка и брюки могут быть одновременно. Пиджак и юбка одновременно. То есть к пиджаку или к жилету пришивается юбка. То есть не одета по отдельности, а просто относится... Да. И это пристегивается на кнопках, на пуговицы застегивается, понимаете? И такой необычный ассортимент. Я считаю, что это просто находка для современных наших людей. Но несмотря на то, что сейчас носят все по вкусу и по желанию, по кошельку, есть какие-то вот изюминки, или, как говорят в модных журналах, must-have,
которые нужны, да, слова, да, которые нужно обязательно в этом сезоне модной девушке или молодому человеку. Вот нельзя, чтобы не было. Да. Ну, я чтобы вот рекомендовала, это светлый свитер. И длинную юбку трапециевидного силуэта, макси-юбку. Да, да, несмотря на красивые ноги, нужно все прятать. Я прям вижу тебя в белом свитере. Во-первых, Сергей, не забывайте, что у нас осень-зима. Да. И мы как бы в осень-зиму уже вошли. Да? Поэтому это требует прежде всего сезонности и, естественно, стильности. А парня? Да. Он юбка-то не пойдет у да. меня? Ну, светлый свитер, ладно еще, а вот дальше-то что? Пристегнутую юбку. Да. Унисекс. Свитер тоже, в общем-то, он имеет такие свойства унисекса. Если на девушке свитер, допустим, ну, какой-то в светлом тоне, на мужчине там серым, но я считаю, что они должны составлять дуэт, угу. прежде всего. Гармонизм. Да. А у нас мысль имела план только дуэт. Дуэтом. Это как всегда. А я фон, я вставляю вам фон. Оттеняю вашу красоту. А вот по поводу показов, мне интересно узнать. Вы составляете модные образы из тех вещей, которые нашли в магазине. Это у вас чистая мода высокая? Или можно этот образ взять и полностью на тут себя... Тут же купить? Да, тут же купить. И тут же... Конечно, это можно совместить. То есть это носибельное все, почему да? это нельзя совместить? Ведь бутики, они уже... Какую задачу прежде всего ставить? Продать, реализовать. Понимаете? То есть все носибельное. Да, а мы продвигаем этот товар, который они приобрели. Но мы стараемся учитывать тренды, учитывать цветовые как бы гаммы, учитывать форму. Допустим, сейчас вот всем известна форма оверсайз, форма А-образный такой, узкие плечи, широкие, допустим, да, даже такие эльфиобразные какие-то эти самые силуэты, понимаете, да, сзади такой шлейф, вот. И песочные традиционные часы, то есть, ну, понимаете, силуэт. И вот в соответствии с этими как бы тенденциями, трендами мы создаем коллекцию. И еще, учитывая, что, например, в той же самой фантастике в день показов, вот ближайший показ будет 30 числа, идут скидки по карте постоянного покупателя. То есть ты увидел, и пошел, тебе понравилось, купил. То есть ты пошел и уже понимаешь, что купить. То же самое в республике, всегда имеется скидка на то, в республике 24-го, угу. то есть это у нас вот как раз минуту на минуту, пока завтра уже будет, да? В этажах, ну там, конечно, более высокая ценовая категория, но и там всегда, показ 29-го будет в этажах, и там бутики всегда изыскивают возможность делать скидки, подарки покупателям, чтобы вот эти луки не остались без дела. Да. Я вам могу вам похвалиться. Да. Я в фантастике участвовала в таком розыгрыше. И выиграли. И выиграла 500 рублей. И что вы купили на 500 рублей? Ну, я еще не успела потратить такую сумму-то. Я удовольствие решила растянуть. Людмила Павловна, скажите, пожалуйста, а вот вам лично, самой, вы во всех центрах стилист. Это и в «Седьмом небе», и в «Республике», и в «Фантастике», и в «Этажах». Где вы чувствуете себя, в каком одежном рае какого торгового центра? Вы чувствуете себя более комфортно, более своей? Вот лично, на лично ваш вкус. Вот лично, Людмила Павловна, иди в магазин. Да. Вы в какой магазин пойдете? Слушайте, я профессионал, я в любом бутике. Ничего личного, то есть. Сделаю, да. Любую прекрасную картинку. Почему? Потому что это как модель, она обязана любой образ вынести, от какой-то образ викторианский, да, от какой-то там, я не знаю... Уличной, что ли. Да, уличной девочки, такой ромашки. Я профессионал, я из любого как бы ассортимента могу сделать коллекцию. Ну, слава богу, что ассортимент да. хороший. И это очень есть обнадеживает, потому что любой человек с любым достатком, с любым магазином под боком, да, может пойти и себе составить что-то модное, актуальное. Единственное, что мы... Что мы скажем, это приглашаем вас на модные показы в торговые центры «Этажи», «Республика», «Фантастика», «Седьмое небо». На каждом сайте торгового центра выложены даты показов. И обязательно смотрите, модные идеи профессионалов, они представлены да. на подиуме. Покупайте со скидками, с подарками, чтобы ваша осень была не модной, а... Стильной. Как любит говорить Людмила Павловна. Спасибо большое. Спасибо, Людмила Павловна. Спасибо.